В чем, на ваш взгляд, причина транжирства и расточительности? Например, проектная работа. Получил деньги за проект и есть желание спустить все в ноль, хотя понимаешь необходимость планирования. Здесь очень много разных причин, которые за этим могут стоять. Ну, с одной стороны, это просто отсутствие привычки структурировать свой финансовый порядок, так сказать. Это привычка, ее надо формировать. Второе, это, возможно, есть такая внутренняя потребность шикнуть, красиво просуществовать. Если у вас рефлекторский радикал присутствует, то это свойственно для рефлекторов прожечь все в один какой-то момент. Это может быть связано и с какими-то такими более глубокими психологическими конфликтами, каким-то неприятием внутренним денег, невозможностью с ними правильно обращаться, вот какое-то внутреннее сопротивление там и так далее. Это часто связано с детством и с тем, что в детстве происходило у вас, когда вы впервые знакомились с этим, и родители как-то вас неправильно в этом смысле направили. Вот. Поэтому причины могут быть самые разные. Если это вас тревожит, нужно просто искать корень тревоги. А если это проблема дисциплины, нужно формировать соответствующие навыки.